Воспитать здоровое поколение, научить детей любить спорт. Для преподавателя физкультуры 3-го лицея Владимира Борзенкова главная награда – успехи воспитанников. А их немало, продолжит Анастасия Иконникова. Спортсменов бывших не бывает, уверен 36-летний Владимир Борзенков. С детства не мог усидеть на месте. Энергию мальчика направили в баскетбол. Но самой большой страстью стал футбол. За плечами Владимира спорт-интернат, игра за несколько российских клубов, армия. Затем педагогический и вот уже 12 лет работа в школе. Я отучился в педагогическом университете и всегда говорил, что я никогда по профессии работать не буду. Но придя в школу, с ребятами начал проживать эту жизнь, ходить на соревнования, проводить уроки, внеурочную деятельность и так далее. Начал как-то более плотно общаться с детьми, именно познавать молодежь. И если сейчас зададут мне вопрос, где бы я себя видел, в какой профессии, я бы ответил только здесь. Молодого педагога увлекла эта школьная жизнь. Для своих учеников он не только наставник, но и лучший друг. Вместе ходят в походы, участвуют в спартакиадах и соревнованиях, где непременно занимают первые места. Буквально на прошлой неделе 11-классник Владислав Данилов и Владимир Борзенков вернулись из города Ульяновск, где юноша стал призером Всероссийской олимпиады школьников. К слову, второй год подряд. Когда я пришел на футбол, спортивную секцию, то там был Владимир Александрович. Он познакомился с моей мамой, которая меня ждала с тренировки. И вместе они меня перевели сюда, в 3-й лицей. Владимир Александрович, мой учитель, наставник, сыграл очень большую роль в том, что я достиг таких высот. Он каждый день меня наставлял, подбадривал, мотивировал. Подмечать сильные стороны ребят и помочь подтянуть слабые – главная педагогическая установка Владимира. Еще один принцип – заинтересовать, а не заставить. Если лыжи – бежим вместе. Если футбол – попробуй обведи мячом учителя. Если поход – то только с разговорами и песнями у костра. А еще акцент на каждом достижении учеников. Он в меру строгий, в меру веселый, который может и дисциплину поддержать, но и в то же время его не боятся, его уважают. Благодаря нему я начала ходить на футбол. Именно он спровоцировал это. И благодаря нему я побывала на различных соревнованиях. На одной волне с учениками гораздо легче прививать им любовь к спорту, признается Борзенков. 12-летний педагогический стаж уже позволяет оглядываться назад, анализировать и делать выводы. Раньше, конечно, дети были поспортивнее и больше у них было заинтересованности. Вот в этом-то и проблема. И мы хотим на данный момент их вовлекать во все, заинтересовывать и направлять. Мотивировать не только оценкой, а всесторонне. Во-первых, познавать, чем ребенок занимается, разговаривать с ними, всячески помогать их, направлять, приходить к ним на соревнования, смотреть. Педагог должен любить свое дело. Вот. И если это мне нравится, то здесь дело не в деньгах. В 3-м лицее с 2018 года работает школьный спортклуб «Спартанец». В 2023-м он стал призером всероссийского конкурса в номинации «Звезды школьного спорта». Владимир уверен, что самые большие победы еще впереди. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9-й канал.